Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Darksiders. Так, у нас все сюрикенчики есть. Там второй кристалл. Второй раз долбаем, какая нафиг разница. Девятьсот душу ровно. Даже две двери сразу открыли. А, ну туда лучше не искать. Приобретать свойства. Да, прикольная штука, сюрикенчик. Так. У нас тут три статуи. То есть три ключа. Нам здоровье. Оставим пока на всякий случай. Так, оттуда мы пришли. Раз. Третий получается там. Сходим сюда. А там еще один есть. Так, здесь ничего нет. Ладно. Погнали. Какая живучая зараза. Так, куда нам?
Опа. Бомбочки в центре. Так. Нам надо... Угу. Так, нам нужно сначала туда. Ничего. Главное, они все здоровье потеряли. Я уже металлом не гремим так. Опять эти мечи собирать, как ну дети, наверное. Достает. Что-то мне здесь не везет на этом. Так. Один мы, получается, достали. Вот не мог сюда. Так, один есть. Пойдем теперь туда, наверное. Посмотрим, что у нас тут. Бомбы какие-то тут, механизмы.
Спящая растительная бомба. Эту спящую бомбу можно взять и бросить во врага. Ага. Ясно. Где тут еще куда ее можно прилепить? Слетать за артефакт. Так, давайте активируем механизм. А, то есть он вращается еще так. Интересно. Грандиозный план по заминированию. А, то есть они еще и пропадают.
Система не плезат. Стопэ. Одну мы активировали, теперь надо на ту сторону. Шушера всякая вылазит тут. Вторая. Так и думал. Мышка. Додуматься, демоны использовали ангельские статуи. Ух ты! Это я хорошо сошел. Так, пойдем теперь назад. Хорошо, хоть эта хрень не вращается. Че, всего два ключа, что ли, нужно было? Туда что, идти не надо? Или получается два пути, с одного я пришел. А, ну правильно. Ну что, возьмем здоровье по поводу. Кто знает, что нас там ждет. Всем лежать. Все? Ну, слава богу.
Кулак ярости. Да, все равно способностями не пользуюсь. Пойдем открывать ворота. Иди туда. Сейчас посмотрим, куда нам. А, ну, поход сюда. Бусиком тебе. Ой, глазики мои, глазики. Что у нас тут дальше? А, шушера всякая. Каюк Маздай. Угу. Механизм. Блин, пока до босса доберешься, пол жизни пройдет. Так, и что дальше? Туда, что ли? Ух ты ж. Верзила медленная. Да, ребят, спасибо. Ух, ё, своих барабан. Ух, нифига себе. Басит.
это... Извините, вам сам. Шары разбивать, дубасить. То, как он начинает ярость сказать, отваливать оттуда нафиг. Потом вот так вот начинается. По мордасам. Опа, еще в воздухе. Реанимация, что ли? А, чё, где? Привет. Пока. Ты же говорил, вот эта хрень клеточки управляла всей этой бандурой. Я-то думал. Подземелье спускаемся, тут оказывается подземелье есть. Ну-ну. Опять бомбы. Фокусы, блин. Опять чума это. Нифига себе. Сколько же чуму мочить, чтобы убить? Еще здоровье только потерять за нее.
если бы мелких не было, в принципе, надо было сюрикен запускать. А так как эти мелочи мешаются, так что сюрикен не запустишь. Хотя можно было мелких пометить, но времени не было. Ну и ладно. Еще целый шклад дровей есть. И найдем, пополним. Блин, с легкого пука валится, то хрен завалишь. И так, мне нужно, получается, эту бомбу туда доставить. Еще и факел зажечь. Так, а теперь. Надеюсь, тут подарков меня не ждет. А теперь наверх обратно. Блин, а. Сдохни ты уже. Слушайте, можно же резать, а? А то есть сюрикен сбивает чуму с нее. Даже быстро удар получается, можно сказать. Добивание черепов и выдрали через позвоночник. Ладно, пошли наверх. Да, сюрикеном, конечно, безопаснее бить, но дольше. Два.
минус 3, минус 4. Что столько здоровья давали? Видимо, минный боссов добавляю, чтобы не скучал. То есть по карте я что, нашел еще один путь, что ли, какой-то? Только куда он ведет? Нам сюда не надо. Так. Здесь, конечно, наверное, будет босс. Давайте мы остановимся перед самым боссом. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся, оставляем свои комментарии. Всем удачи. Пока.